Эти руины периода Камакура, это тоже была часть Яматая? Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? Через две недели Ее Величество Пимика Яматайская наконец-то удостоила меня аудиенции. Должен отметить, она не похожа ни на одну из виденных мною женщин. Красивая, но не проницательная.
там. Только рюкзак. И все. Вот он. Так. Теперь нужно вернуться к Роду.
Подлечим. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Именно та. Но пока этого не знаешь.
Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Сначала испытай ледоруб вон на той скале.